Доброе утро всем! Скажите привет! Чип-чип! Сегодня уже второй день влога. У меня что-то горло немного заболело. Макс сейчас будет кашку кушать тыквенную. Пойдем кушать, солнышко. Идет тап-тап-тап-тап. Привет, ребят. Я даже с вами что-то не поздоровалась, как утром сняла видео. Все. У меня что-то горло заболело. Не знаю, себя плохо себя чувствую. Надеюсь, что я набрызгала Да. Макси пьет компотик. Сейчас будем обедать и укладывать его спать. А я что-то совсем, у меня горло разболелось, капец просто. Ну, танцуй, а-так, три-та-та, три-та-та, три-та-ты, сиськи, та-та, а-так. Полежали, зарядка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Пописали, упали. Где левая ручка? Ой, Макся, ой. Я сейчас положу Макса спать, потом, наверное, буду картошку почищу. Сварю картошку на вечер, толчонку сделаю. Да. Вот, сейчас должна скоро подружка прийти в гости. Ну, мы ее видели как-то на видео. И... курицу вкусно пожарит муж, потому что и так вкусно жарить я точно не умею. Он какие-то там приправы делает вкусные для курицы. То есть это его фишка. Ну что ты делаешь? Закрывай дверь, сыночка. Закрывай. Куда лезешь, Максим? Сломаешь? Надо что-то, говорит, распечатать, да, сына? Листочек. Скажи, писать. А, показывает, смотрите, как вставлять, чтобы... Да. Смотрите. Умный какой парень. Ксик кушает супик сам. Вот. Господи, какой он рыбный. Я картошечку доедаю и чай. Подвинь себе чашечку, сына. Подвинь тарелку. Вот молодец. Дуй. Половину уже съел супика. Ему лучше кушать большой ложкой. Поэтому мои мужчины вон там гуляют. Макс качается на качельке. Он никогда на ней не качался, тут вдруг решил покачаться. Смотрите, прикольно. Надо же, его полюбил карусели. Курица, картошка. Давай теперь будем курочку жарить. Сейчас я буду пить чай с... Что она, господи? Черника. Я покажу вам. И что это такое? Ой. Что это такое? Вату. Макси кушает, ужинает, у него ужин. Картошечка с печеночкой, он сам кушает, да, сына? Уже взрослый, скажи, сам кушаю. Ням-ням-ням. И компотик припевает, да? Припевает. Припевающий кушает. Молодец. Вот жарится у нас курочка. Там чай закипает. Кошку таскает. Вот это поросенок. Точу таскает. Ничего себе, Точу. Все, мы ложимся уже спать. Максик там с папой читает книгу. Получился сегодня не особо влог, потому что я приболела немножко, но думаю, завтра я исправлюсь. Все равно спасибо, что вы меня смотрели. Всем пока.